Ну, очень важно было с первых секунд сразу войти в игру и соответствовать уровню команды Синара. Не только стараться в исполнительском мастерстве соответствовать, но и желанием, напоре. Это нам удалось. И после первых смен почувствовали, что можно играть, даже нужно. И плюс у нас опять же сегодня очень здорово сыграл вратарь. Это добавило нам еще дополнительный импульс для того, чтобы еще прибавить. Ну и в целом нам удалось сыграть оба тайма на одном уровне, без перепадов. И, конечно, победа очень важна для нас, тем более впервые у Синара две рамочки. Каждая победа сейчас нам важна. Нужно понимать, что завтра будет совершенно другая игра, еще тяжелее. А кто не выиграет, покажет время. Просто радуешься, что они готовились соответствовать игре Синара, а оказалось, что наоборот сегодня нам надо было соответствовать игре новой генерации. Всю ответственность за поражение я беру на себя. Прошу извинить болельщиков перед такой, за такую игру. Не знаю. В принципе, мы разговаривали, готовились, да. Все моменты разбирали, смотрели. Но ничего не получилось при игре 4-4. Вообще ничего. Были какие-то вялые, тягучие, вообще весь первый тайм непонятные ошибки футболистов. Но завтра будет день, есть пища для размышления. Будем сегодня надо отдохнуть, забыть этот ужаснейший матч с нашей стороны. И завтра с новыми силами, с новыми мыслями выходить и самим прежде всего себе доказывать, что мы команда с именем Синар и соответствовать этому уровню. Еще раз прошу прощения, болельщиков. Спасибо, вопросы. У меня есть пару вопросов. Игорь Владиславович, сегодня на поле не видели Бастрика. Ну, в смысле, он очень много проводил время на поле. С чем связано? Связано с тем, что у нас так мы решили, что будут играть другие игроки. Андрей тоже в обоим, мы доверяем, ничего страшного, завтра будет. Ну, у меня еще вопрос, Игорь Владиславович, есть ли смысл во втором тайме сетовать на удачу, потому что мяч летел куда угодно? Нет, никакой удачи. Это, знаете, отговорки для каких-то там, это мастерство. Если с метра не забивать ворота, да, вратарь играл великолепно, но никаких, я еще не знаю, вратарей таких не видел, чтобы... Просто надо исполнительское мастерство хладнокровно завершать и взять его. Если он не идет, значит, туда надо его заносить вместе с вратарем. Вот и все. Дело не в удаче.